транзистор RFP250 27 вольт питания. Это намотан на проводом 0,3 миллиметра на 5 сантиметров диаметра трубе. Это намотано проводом где-то 0,4 миллиметра, тоже на 5 сантиметров диаметра трубе. Качель на холостом ходу потребляет это 0,5 ампер. Вместо вакуумного конденсатора я использую воздушный конденсатор, вот такой. Вот эти сближали и лампу. Меняет яркость. Частота 979 килогерц. От этой катушки вот частота где-то 1,2 мегагерца без верхушки, без емкости. С верхушкой где-то 1 мегагерц, 1,1. А это вот частота где-то 600 килогерц, кажется, без верхушки. Диаметр вот этой трубы где-то 9 с чем-то сантиметров. Вот этот идет провод вот тут и тут на землю идет. Заземлена только вот эта катушка.
Теперь потребление 2,5 ампера. Где-то 3,2 ампера, так, когда ярко.